Саварика! Приветствуем вас, друзья, в нашем сезонном тайском офисе. Мы продолжаем помогать вам с поиском и организацией информации по самым разным интересным вопросам на факультативных вебинарах Миноа. На этот раз мы создали программу, которая будет гарантированно полезна всем без исключения, потому что посвящена не работе, то есть определенной профессиональной сфере, а отдыху, точнее, организации зарубежных поездок. Дело в том, что у подавляющего большинства из нас, даже у людей, весьма достойно владеющих навыками работы с информацией, качество организации отдыха почти гарантированно страдает. Если вы не travel-блогер, а на ваши плечи ложится обязанность устраивать поездки для себя, своей семьи, коллег или партнеров, у вас, скорее всего, банально не хватает времени на то, чтобы детально все продумать. Мы либо экономим силы и расходуем уйму лишних средств на билеты, визы, транспорт, даже на питание и развлечения, либо честно прилагаем усилия, тратим бесценное время, чтобы сэкономить в поездке, не ущемив себя в качестве впечатлений. На самом деле, опыт подсказывает, что любую туристическую или деловую зарубежную поездку можно сегодня сделать максимально насыщенной, интересной, комфортной, а при этом суперэкономной всего в пару верных кликов. Мы с удовольствием поделимся наработками, или, как сейчас принято говорить, лайфхаками, по тому, каким образом и где выгоднее и надежнее искать и бронировать билеты и жилье, как организовать поездку на машине, справиться с визой, страховкой, таможней, найти стоянки или парковки, как пользоваться общественным транспортом или такси в разных странах, как самостоятельно продумать интересные маршруты по достопримечательностям, как обеспечить себя качественным питанием, мобильной связью и развлечениями, не поддаваясь на разводки, уловки турагентов. Конечно, мы делаем это все с помощью интернет-ресурсов и специальных программ. Этот курс до того практичен, что, воспользовавшись всего парой рекомендаций, вы окупите его стоимость многократно уже после следующей вашей зарубежной поездки. Будем рады видеть вас. До встречи онлайн!